Коронный бросок, бросок прогибом. Греко-римская борьба – спорт для настоящих мужчин. Смелость, стойкость и сила воли. Без этих качеств на ковре делать нечего, отмечает шестикратный чемпион России в супертяжелом весе. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр – борец Сергей Семенов. Упорство и терпение – это самое главное в этом виде спорта, потому что спорт нелегкий, конечно, но стоит того, потому что ты можешь и постоять за себя, и будешь сильным, и есть куда стремиться. Чтобы быть первым и достичь успеха в греко-римской борьбе, необходимо много трудиться, признается Сергей. У нас сборы очень долгие, по 3 недели мы тренируемся, и нагрузки космические, можно сказать. Поэтому и очень часто, ну, допустим, вот я сейчас приехал со сбора, 3 недели был там, 2 недели дома и опять на 2 недели уезжаю. И в таком режиме мы, наверное, уже вот лет 5-6 тренируемся. В греко-римскую борьбу Сергей пришел в 7 лет по примеру старшего брата. Начинал тренироваться в родной Туле, а после переезда в Подмосковье продолжил занятия в Одинцовской школе Олимпийского резерва. Когда я пришел, мне тренер сразу же сказал, что я буду тяжеловес и у меня будет успех. Конечно, это сподвигло на результат. Впервые чемпионом России Сергей стал 7 лет назад, а недавно в Уфе Семенов подтвердил титул в 6-й раз. За эти годы он также успел 2 раза взять олимпийскую бронзу. Но останавливаться на достигнутом спортсмен не собирается. Хочется, конечно, уже на мировую арену и там показывать очень достойный результат. Сейчас впереди очень много, и нам обещают, то, что будут и международные соревнования, и внутренняя конкуренция будет тоже. Наряду с тренировками, сборами, соревнованиями и чемпионатами Сергей находит время передавать свои знания и навыки подрастающему поколению. Вместе с братом Владиславом тренирует мальчишек в лесном городке. Ребята, сейчас покажу вам приемы в борьбе. Ну, то есть вы выводите соперника из равновесия максимально и проводите бросок. Ну, мы стараемся развивать борьбу в Одинцовском районе. Вот сейчас мы находимся в зале, где мой брат с недавних пор начал тренировки. Я здесь присутствую, помогаю ребятам, мастер-классы провожу. И болеем борьбой и радуемся, когда детишки приходят и занимаются этим видом спорта. Недавно спортсмен женился и надеется, что скоро приемом борьбы будет учить также своих сыновей. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».